Всем привет, дорогие друзья, на связи Даня. Сегодня мы зайдем на версию 1.1. То есть обычно мы играем, например, на версии 16.5 или 1.15 или 1.17. Напишите, на какой версии вы чаще всего играете. Итак, чтобы зайти на первую версию Майнкрафта, в лаунчере нужно кое-что поставить. Уже снапшоты — это чтобы выделились, то есть снапшоты — это, например, версия 16.5, и между ней были пару снапшотов до 1.17. Но, как вы понимаете, это нам не надо. Нам нужно отображать бета 2010-2011 год. Вы представляете? Это было очень давно. Но перед бетой идет альфа, а вот эту вообще шикарно. Так, ставим самый низ и находим вот эту версию. Это самая версия. Первая версия Майнкрафт, которая появилась в сети. Поехали. Так. Очень интересно. Специально для этого видеоролика я включил звуки. Ага, это, ага, то есть я нажимаю левую кнопку мыши, я ставлю блоки. О, да, экран загрузки. Чтобы вы понимали, это не вырезка была на первой версии Майнкрафта. Он даже был без загрузки, просто вылетел в игру, а тут есть, конечно же, уже загрузка. И, например, вот этот мирчик зайдет. Зайдем и посмотрим. Там изменить. Конечно же, появилось меню, ну это всем понятно. Ну и я не буду напоминать, что это типа экрана загрузки, меню, но это все не так понятно, что это добавили. Мы посмотрим, что изменилось именно в текстурках. Итак, текстурпак у нас никакой не стоит. Стоит ванильный текстурпак 1.17. Этот мир, я тут тренируюсь строительством. То есть я беру просто такой и строюсь. Но посмотрите на эту графику. Вот сравните ту землю сверху и эту. Мне кажется, это просто небо и земля. Овечки всякие, которых можем убить. Странная генерация. Куча деревьев, то есть океан. Это очень все сильно изменилось. Так что я думаю, что разница между 2021 и 2010 есть какая-то. Кстати, ребята, на моем канале будет проходить мой челлендж. Я постараюсь выкладывать видеоролик каждый день без остановки. То есть, если я не выкладываю видеоролик в тот день, тогда я делаю себе огромный паф на следующий день, то есть после основного видеоролика вечером. Так что ожидайте, со следующего дня будет этот же челлендж. Сегодня выпуск видео будет... Эти видео будут выходить примерно после 2 часов дня. Ну, а я буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. На связи был Даня. Всем пока!